Всем привет! Так, задавайте вопросы, мы сейчас будем отвечать. А если мы показываем тут? А первый вопрос. Как мы проводим свой день? Да, всегда по-разному. Так, второй вопрос. Сколько вам лет? Сколько тебе лет? 13. И мне 13. Так, так, вопросы давайте. А что это за шум? Ребята, ну сейчас подождите минуточку, мы сейчас отойдем. Реально, а что это за шум? По-моему, такая поплачет. А ну идем посмотрим. Кап! Капа, ты чего? Кап, ты здесь? Капа! Капа, что случилось? Ты что, плачешь? Почему ты плачешь? Девочки, у меня очень большая беда. Капа, какая беда? Капа, что случилось? Что такое? Я шла домой и потеряла свою подружку, которая дружила с 3 лет. Как ты ее потеряла? Что за подружка, Кап? Моя подружка. Я в села и шла, и потеряла ее. Кап, ты что, в село ходила? Да, ходила. Я в 4 утра встала, пошла в село, забрала свою подружку. Мы с ней шли, а пришла домой, оглянулась, а ее нема. Капа, ты что, с села еще хотела и подружку сюда привезти? Диан, это сейчас не важно, надо подругу найти. Ну да, ты права. Диан, Ань, у меня только надежды на вас. Я тут местности не знаю, а вы вот, пожалуйста, найдите меня. Вы же знаете, тут все места. Найдите, пожалуйста, ее. Хорошо, Кап, мы пойдем с Аней и найдем твою подружку. Кап, только скажи, как она выглядела? Девочки, она ниже меня ростом, с белыми волосами и в желтом красивом платье. Мы с 3 лет с ней дружили. Как дружили? Очень хорошо дружили. С 3 лет дружили. И тут она потерялась. Кап, все, ты не расстраивайся. Мы с Аней пойдем и найдем твою подружку. А ты пока мультики посмотри. Кап, а по какой дороге ты шла? Я шла мимо магазина. Мимо оранжевых домов. Мимо леса. Потом еще одного магазина. Потом скамейку. Потом еще другая скамейка. Потом еще длинная такая дорожка. Потом овальная дорожка. Там большой знак был. И какой-то еще памятник стоял. Да, Кап, нормально ты шла. Ладно, мы постараемся найти. Все, не расстраивайся. Аня идет. Я надеюсь, что Аня и Диана все-таки найдут мою подружку. Нужно поскорее найти Капину подружку. Значит, ориентируемся. Она была в желтом платье, правильно? Все, ищем. Да, так, скорее найти ее. Идем. Да уж, не люблю я эту дорогу в Капино село. Тут вечно что-то приключается. Хотя, знаешь, еще есть проблема. Кроме того, что мы знаем, что у нее желтое платье, мы больше ничего не знаем. Да, ты права. Но так или иначе, нам нужно ее найти. Да, пойдем. Идем. Диана, как зовут Капину подружку? Точно, я не знаю. Она же нам не говорила имя. Звони. Да, я сейчас позвоню, у нее узнаю. О, Диана, наверное, нашли мою подружку. Да, Диана. Алло, Кап, привет, это Диана. Мы, в общем, сейчас ищем твою подружку. А как ее зовут? Диана, ее София зовут. София, все, спасибо. Ее зовут София. Побежали. София! Мы подружки Капы! София! Ты здесь, отзовись! София!
мне тоже так кажется. Ладно, идем прямо, будем звать ее дальше. Может быть, объявится. София! София! Отзовись! София! Это Диана и Аня! Подруги Капы! София! 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 Так, Ань, лес уже скоро закончится, и будем ее искать дальше по дороге. Да, Диан, скорее. Давай. София! София! София, отзовись! Это Диана и Аня, подруги Капы! София! Мы с такими темпами скоро уже и Капе в село придем, а Софию до сих пор не нашли. Надо быстрее найти и возвращаться домой. Да, давай. Сейчас темнеет скоро. Так, Ань, значит, лес мы прошли. Теперь... Пойдем в магазин, там, где Капа постоянно скупляется. Может, там ее найдем. Да, мне тоже так кажется, идем. Может, она и в магазине забыла. Это моя Софийка. Нет, ну если хорошо, если она возле магазина где-то потерялась. Там не страшно ей будет. А вдруг она в лесу потерялась? Ой, там медведи, волки, собаки злые возле леса бегают. Вдруг они ее схватят. Бедная моя Софийка. Ну ничего, я думаю, Диана и Аня ее найдут. Бедненькая. Она, наверное, уже замерзла. Страшно ей. Вот Капа растяпа. Потеряла свою подружку. Как я могла? Бедная Софийка. Так, ладно. Я надеюсь, Диана и Аня ее найдут. А я пойду пока я свою сумку разберу из села. Ее искать. Ой, сейчас Диане и Ане позвоню, что София нашлась. Так, София тут. Нужно ее здесь. Мало ли она цветы любит, мало ли она здесь. Капа звонит. Да, алло, Кап. Диана, Аня, возвращайтесь домой, я Софию нашла. Она, оказывается, это все время была дома. Она была дома? Капа, как так? Да, Диана, Аня, спасибо большое. Сейчас купим. Все, Капа, давай. Ну, она дает. Да уж. Мы лес прошли, уже почти к ее селу дошли. Да, я, конечно, с Капой в шоке. Ладно, идем в магазин, купим сладости и домой. Да, пошли. Так, Ань, все сладости купили, а теперь домой идем. Да, пошли. Идем. Наконец-то! Ура! Так, сейчас я открою дверь. Открывай ты. Все? Ура! Открывай. Ух, наконец-то! Закрывай дверь. Ладно, давай.
давай, знакомь нас со своей подружкой. Ой, девочки, я вас отправила, а сама тут сидела, думала, тебе просто скучно стало, думала, накрашусь. Залезла в свою сумку, а там моя подружка. Что, подружка в сумке? А ну, веди ее, мы посмотрим на нее. Угу. Ага, девочки, сейчас, я мигом. Что-то, мне кажется, Капа уже темнит. Девочки, знакомьтесь с моей подружкой Софией. Кап, ты серьезно? Это и есть твоя подружка София? То есть это мы с Аней ее ходили по лесу искали? Диана, я не поняла. Это вообще-то моя самая верная подружка. Я с ней дружу с 3 лет. Мне бабушка подарила, когда мне всего лишь было 3 годика. Мы с ней дружим хорошо, сплетничаем иногда, чай вместе пьем. В общем, Кап, я все поняла. Если у тебя потеряется там подружка или друг, мы с Аней больше искать их не пойдем. Ладно, Диана, пошли пить чай. Да, идем. Так, тарелочку взять. Диан, ты ничего не понимаешь. Кап, да не обижайся ты. Иди лучше вон с нами чай пить. Только без подружки. Бегу. Девочки, значит так, хотите вы, не хотите, я буду со своей подружкой Софией. Ой, Капа. Девочки, а вы ей киндер купили? Кстати, да, мы купили 2 киндера, да, собирай. Диана, у тебя есть такая подружка, с которой ты дружишь с самого детства? Ань, конечно, есть. Ты!